Привет, друзья! Здравствуйте! Вы на канале... Да, друзья, у нас небольшой ребрендинг, и вы на канале «Голодные и веселые». Да. Йоху. Как вам название? С вами. Пишите в комментариях. С вами. А мы все те же. Андрей, Михаил. Следующая страна, в которую мы переходим, это Польша. Сегодня одно из традиционных, самых известных, самых любимых польских блюд – бигас. Самое важное блюдо на столе любого поляка. Первое место занимает. Мы его сделали на вине, на белом. Все сейчас расскажем, покажем, как готовили, из чего и сколько. Да, по граммовочке все написано, внизу все расписано. А вы пока что подписывайтесь, а мы полетели показывать. Летим. Начинаем готовку. Первым делом мясо, свинину. Нарежем мелкими кусочками и отправим жариться на масле. Так как бигас долго тушится, точнее, чем дольше он тушится, тем вкуснее получится. Поэтому лопатка идеальный вариант для этого блюда. Теперь нарезаем грудинку. Вы можете брать любые копчености, это может быть бекон. Потому что чем жирнее и копченее будет блюдо, тем оно будет вкуснее. Вместе с беконом, с грудинкой и колбасками мы забросим лук обжариваться. Забрасываем лук и бекон в свинине. Капусту шинкуем. Морковь будет чуть позже. Да. Сразу за капустой отправим на морковку. Капуста отправляется к мясу. Перемешиваем капусту, чтобы она напитывалась вкусами наших трех видов мяса. Копчености. А ароматы уже слышны соседям, наверное, даже. Мы только начали. Морковку нарезаем соломкой. Кому как удобно. Можно натереть на терке, можно нарезать кубиками, квадратиками. Мы решили сделать соломкой. Морковку закидываем в капусте с мясом. Добавляем квашеную капусту. Здесь 400 грамм, ровно столько же, сколько мы взяли и свежий. Один к одному. Мясо, кстати, тоже где-то в общей сумме 400 грамм получилось. Нарезаем чеснок. Мелко. Чеснок отправили. Томатную пасту, 2 столовые ложки. Лавровый лист, парочку, и специи. Здесь у нас кориандр и черный перец. И перемешиваем. Нарезаем зелень. Петрушка, очень мелко. Прошло полчаса тушения. Мы несколько раз перемешивали наш бигас. И в это время настало время добавить вино. Белое полусладкое. Можно сухое, в идеале, конечно, в оригинале сухое, но чтобы не добавлять сахар, мы потушим его на полусладком. Сейчас перемешаем, накроем крышкой и еще на полчаса оставим тушиться. Последние штрихи мы добавляем зелень и перемешиваем.
Какой он вкусный, какой сочный. Наш бигас готов? Готов. И мы готовы его пробовать. Смачнего. Дякую. А я вам расскажу, пока Андрей смакуя, что в него еще добавляют чернослив, но чернослив не все любят. Туда добавляют красное, белое вино по вкусу. Туда добавляют изюм, кислые яблоки добавляют. Также туда добавляют грибы. Варенье, сливовое и черная смородина. Ну расскажи мне, как. И мед еще. А, да, и мед. Это барцо смачное. Это очень вкусно. Я понимаю, почему поляки готовят это почти каждый день. Я сам готов готовить это каждый день. Это очень сочно, вкусно, оригинально. Это необычная тушеная капуста с овощами, с мясом. С мясом. С мясом, овощами. Мясо с овощами, овощи с мясом. Это новый уровень. За счет того, что оно тушится чуть дольше, чем обычно. Обычно вы тушите там до часу максимум, а здесь просто чуть дольше нужно, чем... Чем дольше он тушится, тем он вкуснее, ярче вкус. Насыщеннее. Но на самом деле на вине я тоже никогда капусту не тушил. Поэтому пробуйте, подписывайтесь. И комментируйте. И лайкайте. До скорых встреч.